Всем огромный привет! Сегодня необычный такой формат видеосъемки. Буду показывать вам каталог прямо на компьютере, потому что пока он дойдет, время уже будет упущено. А сейчас все-таки 3 февраля, каталог прямо свеженький, новенький, горяченький, поэтому очень-очень хочется с вами поделиться. Ну и первая новость, то что такой подарок прекрасный от Биосия новичкам. То есть можно зарегистрироваться в Биосии с 1 февраля по 31 марта. Бесплатная регистрация. И если вы делаете на 3000 рублей свой заказ, это 100 баллов примерно в месяц регистрации, то вам приходит на бонусный счет 500 рублей. То есть прекрасный такой подарок. Ну и получатель этого бонусного счета 500 рублей можно в следующем месяце воспользоваться им для оплаты своего другого заказа. Мне кажется, эта новость вообще замечательная, интересная. И под этим роликом будет обязательно регистрационный номер мой, чтобы вы могли зарегистрироваться. В общем, всем успехов! Ну а сейчас посмотрим каталог. Мне показался каталог очень яркий, такой насыщенный, интересный, красивый. Ну вот обложка просто бесподобная. Смотрите, дарим яркие эмоции. Ну и такой стиль классный, мне понравился. И сбоку, смотрите, написано «Натурально безопасная косметика из Франции». Ну, часто такие вопросы задают, что дороговатая косметика, но на самом деле это же все-таки Франция, другая страна, и доставка дорого. Но и очень-очень много акций. Ну и акции действительно потрясающие бывают. Например, вот я уже полистала сейчас, он сегодня только вышел, этот каталог, и... Ну вот, например, помады, которые стоят 250 рублей, да, они натуральные 100%, они стоят в феврале 69 рублей. Ну то есть можно что-то выбрать, что-то покопаться, причем каждый месяц эти акции новые. То есть вы же не будете брать продукцию одну и ту же, да, каждый месяц. То есть здесь можно выбирать и каждый раз что-то новенькое брать по акции. Ну и если вы не хотите регистрироваться, то можно заказать продукцию у меня, я высылаю в тот же день. Итак, начнем смотреть каталог. Итак, дорогие любители натуральной косметики, начнем. Это у нас страничка номер 2, и ароматы идут только в феврале, можно увидеть здесь. При покупке любого мужского аромата парфюмерная вода для женщин всего за 899 рублей. Чудесная акция, то есть более 300 рублей выгода. Итак, здесь у нас в этом каталоге, может быть, не все будет видно, да, на экране. Я буду рассказывать, дорассказывать то, что не видно. Итак, здесь о продукции, насколько она безопасна, экологична, не тестируется на животных, то есть все сертификаты. Далее, то, что Биоси заботится о нашем здоровье, включаются только безопасные продукты высшего качества, можно посмотреть. Далее будут ароматы. Акции дальше. Посмотрим. Отличный, кстати, аромат Хаспирида. Его очень любят, заказывают достаточно часто. Тут не очень видно, 1100 рублей он стоит. Далее, да, не буду останавливаться пока на скидках, которые будут в марте, буду говорить сейчас, которые горяченькие в феврале. А так акции отличные и в марте тоже. Так, здесь у нас наборчики, можно купить сразу набор пробников ароматов для женщин и набор пробников ароматов для мужчин. Очень удобно тем, кто не хочет так сказать, брать сразу, да, можно взять пробники, наборчик, поносить каждый, послушать его на себе, на своей коже, а потом уже купить. Далее, вот акция тоже отличная, не очень видно, скажу. Это 20% скидочка на любой парфюм,
именно мужской, для самых любимых. То есть он будет стоить не 750 рублей, а 599. Далее снова у нас идут мужские парфюмчики. Главный тренд года. Это не маска, а карандашики. Так, новинка. Это карандаши для бровей. Он идет, видите, с одной стороны карандаш, с другой кисточка. Очень-очень удобно, чтобы нарисовать и растушевать. Далее помады. Кстати, помады очень сочные, хорошие, и можно сразу же подобрать каждой помаде карандаш. Есть перламутровые виды, есть матовые. Тоже скидка хорошая, 399 рублей, 339 рублей матовые. То есть 100% видно, что натуральные. Деликатное мерцание, ухаживающая формула и насыщенный цвет. Можно также увлажняющую формулу, помаду себе взять. Хорошие, кстати, подводки. Очень яркие, черные. Ну, вот эта вся синяя серия, она вся 100% натуральная. Безопасная для глаз, для губ, для кожи. Ее очень любят. Вот жидкие корректоры берут часто. Светлые и ореховые. Они оба, в принципе, как хамелеончики подходят для любого, для любой типа кожи. Брали и для... Ну, как бы одна и та же женщина брала и тот, и другой, и подошли эти корректоры оба. Скидка более 55%. То есть тоже отличные такие скидки, причем и в феврале, и в марте. Здесь интересное, вот это мне нравится, такой тональный мусс идет вместе с кисточкой сразу. Так, далее у нас отличные туши. Их очень часто берут девчонки, школьницы, кто учится, очень любят. Вот как-то, знаете, пошло это, и друг другу рассказывают, и берут. То есть объем, изгиб, цвет. Они яркие, насыщенные. Тут идет ультрамарин и пурпур такой, ближе к фиолетовому. Ну, сейчас скидочка 20%, ну, только достаточно хорошая, 499 рублей, 9,2 миллиграмма, наверное, да, миллилитра. И стойкая тушь 550 рублей. Мне кажется, для натуральной Франции это, в принципе, достаточно хорошие цены. Тоже 100% натуральные тени. Тоже безопасно для глаз. То есть, как бы, если мы любим свою кожу, любим свое лицо, да, боимся как-то испортить или нанести какой-то вред, да, химией, то можно брать с удовольствием, смело. Косметика более безопасна. Тоже вот натуральные глянцы для губ. Тоже так интересно, да, глянец для губ. Такие нежненькие цвета, розовые и персиковые. Это новиночка, 190 рублей. Вот эта акция, 69 рублей за две помады. То есть каждая помада будет стоить 69 рублей, так они по 250. Тоже 100% натуральная, даже с подружкой взять на двоих. Ну, прекрасно, совсем недорого и приятненько. Такой приятный сюрприз. Здесь акция с этой стороны уже в марте. Там глянцы будут, вот эти лаковые блески для губ, будут 99 рублей, тоже 70% скидка. То есть можно что-то выбрать интересненькое для себя, для своей семьи. Всегда что-то требуется, и всегда есть хорошие, достаточные скидки. Итак, далее. Вот эти тени берут постоянно, хвалят. Очень интересные, приятные. Такие сразу же получается двойной такой. Можно делать градиент на веках четырех. Тоже есть четыре оттенка. То есть они подобраны для того, чтобы делать различные
красивые переходики на глазах. 3D-тушь тоже часто ее берут, хвалят. Натуральная и отлично красит объем. И 4 в одном и 3D-эффект. Тоже очень такие классненькие. Здесь акция в марте идет. Масло для кутикулы в подарок, если берете пилочку. Далее у нас разработка альгинатной масочки. Я одну пробовала. Достаточно мощный такой эффект. Мне очень понравился. Я делала вот эту сиреневую. Она была омолаживающая, такая лифтинг с морским коллагеном. Мне очень понравилось, довольна осталась результатом. Ну и в феврале тоже тут скидка. При покупке вот этой масочки сиреневой, то вот эта масочка такая подороже, которая она всего за 99 рублей, то есть 55% скидки. Так, вот этот пилинг очень-очень хвалят девчонки. У нас есть группа ВКонтакте. И вот несколько раз отзывы прямо слышала. Берите, не пожалеете. Прямо очень-очень очищает, суперско. Прямо отличный такой пилинг. Далее увлажнение, обновление, тонизирование тоже. Масочки идут. Ну и дальше у нас уже пошли уход, различные кремы. И причем можно выбрать тоже для абсолютно разных категорий цены, абсолютно разные. То есть и дорогие есть, и дешевле. Здесь тоже интересная акция в феврале при покупке очищающего геля, маска. Более 35% скидка, 299 рублей. Здесь идут даже пошагово, можно посмотреть, как заботиться о себе, да, как первый шаг очищает, тонизировать, второй шаг, уход за кожей вокруг глаз. Далее третий, четвертый шаг, чтобы не путаться, да, концентрированный ежедневный уход. То есть для такой прямо хорошенький уход зимний можно себе действительно вот постараться вот прям ухаживать, потому что кожа зимой действительно нуждается именно в такой сильном питании, хорошем, потому что сейчас это холода, морозы. То есть тут вот идет как раз такая интенсивная, очень интенсивная, омолаживающая такая. И для и днем, и ночью, и сыворотки, то есть такая мощная, поэтому цены подороже. Итак, далее у нас свежесть и сияние за 15 минут. И в феврале тоже при покупке очищающего геля масочка тоже 299 рублей. Скидка хорошая на нее. Далее патчи у нас тут в марте скидка. Для любого возраста, если сомневаетесь, какой крем вам взять, то вот. Здесь идут как раз для любого возраста, то есть и для юных, и для более взрослых дам. То есть можно выбрать себе крем. Здесь идет такой пчелиный воск, но и тоже скидка хорошая, то есть не 1600, а 1199. Далее 30+ серия. 50+. Вызов времени немножко омолодить кожу. В марте скидочка на эту серию будет 45%. Тоже обратите внимание. Сыворотка лифтинг недорогая, и скидка на нее вообще отличная. Устраняет такой отек, если темные круги беспокоят. Вот эта серия мне тоже очень-очень нравится, особенно вот это очищающее молочко. Я просто вообще влюблена. Просто отлично убирает макияж. Причем не только лицо, но и глазки. То есть на ватный диск, даже там стойкую тушь все смывает.
причем 98% натуральный, вообще просто отличный. Отличное молочко, уже буду брать второй раз, и причем у меня попробовала моя свекровь, очень в восторге была, говорит, закажи мне тоже. То есть, и акция на, только, к сожалению, в марте, все равно придется заказать в феврале, здесь акция идет, каждое средство, не 320, даже 380, да, рублей, а 299. На эту серию тоже здесь идет акция, не 350, а 269. Так, здесь у нас уже февраль. В феврале будут акции. При покупке одного из средств будет гель для глаз 99 рублей. Тоже хорошая акция. Здесь у нас увлажняющие гели для контура. Увлажняющий крем для лица. Она такая легкая серия. Если у кого-то аллергия, то отлично вот эта серия подойдет. Именно аллергенной коже, ну и 15+. То есть молодой коже. Такое легкие, нежные, спокойные. И чтобы не вызывало какой-то жирности кожи, потому что именно в этом возрасте начинаются уже прыщи. Тоже скидка в феврале вот на эту серию 12+, нежное очищение. То есть Биоси заботится, да, о всех возрастах. Можно подобрать себе, своему ребенку, своему подростку. Вот. И скидочка тоже 40%. Ну, в принципе, приятно. Можно что-то выбрать из недорогих средств. И в феврале вот тоже антибактериальный гель будет 199 рублей. Отлично, потому что хочется, чтобы вот эти антибактериальные гели, которыми мы постоянно, да, постоянно ручки очищаем после магазинов, дома, на работе, чтобы они тоже нуждаются в уходе, защите, потому что пересушивать какими-то дешевыми средствами кожу, ну, она быстро очень постареет. То есть как бы быстро образуются морщинки и сушит кожу. То есть лучше более безопасными средствами, антибактериальными, которые действительно, ну, будут и лечить вашу кожу рук, а не только убирать бактерии и вирусы. Так, дальше у нас жидкое мыло. Мне кажется, оно бесподобно смотрится. Такой дизайн классный. Но я еще не пробовала. Это новиночка с прошлого каталога. Ну, вот от этих гелей обалдевают многие, потому что ароматные, нежные, приятные, натуральные, то есть очень-очень довольны многие. И в марте будет такой приятный сюрприз, что они будут по 199 рублей, два геля. Далее у нас серия «Свежесть», «Бережный уход от природы», тоже такие хорошенькие, жидкое мыло. И обратите внимание на, так, цветочный лук. Что-то потерялось, где у нас тут описание. Защищает от появления неприятного запаха. Подходит для всего тела, интимных зон. Безопасный, натуральный. А вот где описание, почему-то не вижу. Только жидкое мыло здесь идет. Что-то тут немножечко перепутали, забыли написать. Вот один, два. Жидкое мыло. Тут сразу идет третий. Может быть, я что-то не вижу. Да, нету. Представляете? В общем, это типа такого дезодоранта, только натурального. 98,7% натуральных идет. Просто потрясающий. Он и убирает и запах, и смягчает кожу. То есть очень-очень классный. Подходит для лица. Можно, например, когда тоже сидите в офисе, там, например, кондиционер или наоборот слишком жарко, он, можно его использовать прямо на косметику. То есть он отличное такое питание идет, там и водоросли. То есть, ну, отличное такое прямо средство именно для тех, кто много работает, например, и нужно быстренько воспользоваться, например, таким вот увлажнителем,
То есть лицо действительно бывает, ну, так сказать, нуждается в нашей заботе, защите. Дальше идет серия для наших ручек, ножек, кремы, скрабы, тонизирующие разные, увлажняющие, питательные кремы. Особенно вот на питательные обратите внимание, потому что зимой лучше питать кожу рук. Многие берут, отлично, все нравится. В прошлом заказе я брала массажный этот гель, спрей. Очень-очень мне понравился. Прямо я очень довольна этим средством. Ну, в общем, очень мне понравился. Ну, а здесь вся серия такая идет антицеллюлитная, укрепляющий крем для бюста, лифтинг, обертывание. Ну, и есть скидочка 50%, но в марте, не в феврале. Далее зубные пасты. Мы берем постоянно вот эту вот с лимончиком, она отбеливающая, ну и безопасная. Далее многие полюбили тропическую вот эту серию. Это и крем для тела, крем для ног, для рук. Приятные ароматы, такие легкие. Гель для душа, тоже микс, букет, тропический релакс. Шампунь 2 в 1 и в феврале 2 любых геля, каждый 189 рублей, тоже есть скидка. Далее, нежная забота. Здесь у нас в марте будет скидка. процентов. Мужская серия. У меня многое, что муж уже попробовал, довольный, говорит, все пахнет такой природой, какими-то соснами, различными травами. То есть он доволен, ему очень нравится. И в феврале тоже скидка более 70%, поэтому можно присмотреться, что-то приобрести. Отличная серия тоже уход за волосами, потому что без парабенов, без различных силиконов. Вот можно выбрать свой шампунь. Если, например, не подошел для нормальных волос, значит, может быть, нужно для жирных или для сухих, для поврежденных. Можно подобрать именно свой. Далее у нас идут безопасные красочки для волос. Вот эта серия мне тоже очень нравится. 98% и 6 натуральные. Тоже нет парабенов, нет силиконов, и любой продукт тоже со скидкой идет. И в марте, и в феврале. Для объема волос детская серия. Тоже есть скидочки на салфетки, на средства для купания. 99% натуральные, безопасные. Вот шампуньки для младенцев без слезок. Зубные пасты тоже. Лучше брать все безопасное для своего ребеночка. Далее спортивная серия. Энергии, коктейльчики различные. Питание, кашки, кремы, супчики. Это, конечно, кто любит. Мюсли различные, батончики. Далее идут экологические натуральные БАДы. Многие заказывают и для женщин, и для мужчин. Сейчас расскажу то, что заказывали, то, что нахвалили. Хвалят очень омегу. Эту часто заказывают омега-3. 1650. Здесь идет 120 капсул. То есть получается на месяц по 2 капсулы в день. Далее омега есть для детей. Она идет вместе с витамином Е и D. Очищение тоже вот женщина заказала, очищающий БАД. Легкости очищения. Комплекс красота кожи, специально для кожи, витаминчики подобраны. Комплекс для сосудов, 1650, новиночка тоже в прошлом каталоге была. Комплекс сила волос и ногтей, недорогой БАД, но очень часто его берут, большой такой перечень витаминов, и реально девчонки говорят, волосы начинают так прямо расти, ногти, ну вот, брали, причем после родов, но нужно смотреть, если вы, например, кормите, то, мне кажется, здесь было написано, что до
перед применением нужно проконсультироваться именно те, кто беременна и кормит грудью. То есть как бы там не кормили, поэтому брали с удовольствием и очень-очень понравилось, причем снова заказала девушкам. Итак, дальше у нас идет комплекс контроля веса. Кто хочет похудеть, антигель, активный мозг, сильный иммунитет. Иммунитет сейчас нам нужен. Здоровое сердце, 1800 стоит бат. Острое зрение тоже новиночка в прошлом каталоге. Комплекс Q2-D3, тоже в D3 нуждается вся Россия. Так, комплекс для суставов, соединительной ткани. Ну, дорогой, конечно, комплекс, 4500, это новинка. То есть не было такого еще. В марте вот эти все приятненькие сумочки для подарочков будут со скидочкой. Далее любимая серия для кухни, ванны, стиральные средства. Мне очень-очень нравится. Вот тоже тут скидочка в марте будет. С этой стороны тоже в марте очень хочу. Освежители у меня заказали. Оба, причем освежителя. Тоже скидка хорошая будет в марте. 349 рублей каждый. Не 450. Новое оформление, кстати, будет у парфюмов для стирки наших очень-очень полюбившихся. Уже не можем стирать без них. Так, извиняюсь, посмотреть решила еще разочек. Так, парфюмчики, да, подорожали, 600 рублей. Салфеточки, перчаточки для горячего. Новиночка тоже, легкая уборка эксперт чистоты. Швабра и, видимо, комплект такой. Чудо-швабра и двухкамерное ведро. Вот. Ну и, как уже говорила, такой подарочек от Биоси. Это каждому новичку 500 рублей, если делают заказ на 100 баллов. Итак, спасибо вам за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно полистать со мной каталог. К сожалению, пока я сделаю заказ, пока придет каталог бумажный, да, это все очень долго, это будет, наверное, к концу февраля только, поэтому захотелось вот горяченький каталог полистать вместе с нами, знаю, что многие ждут его, поэтому вот только вышел, сразу же решила загрузить видео, чтобы вас порадовать и скидками. Надеюсь, вам было что-то понравилось. Пишите, кстати, что вы пробовали из Биоси, что вам понравилось. Да, кстати, была такая интересная информация, мне очень понравилась. Девушка, которая зарегистрировалась, у нее была проблема в том, что она сделала заказ, и почта, я даже записала, но сейчас забыла уже, какая почта в Москве, она закрылась, и посылка потерялась. Она позвонила менеджерам в Биоси, и ей выслали в точности такую же посылку, представляете, вторую. То есть, как бы, такая достаточно лояльная, да, компания. То есть, ну, удивила, если честно, вот эта информация меня очень удивила. Было очень приятно за эту фирму. Вот, но бывают моменты, например, другая мне написала, что пришло ей средство, у которого полгода срок годности. То есть, через полгода срок годности заканчивается. То есть, ну, вот, к сожалению, печально, но вот ей нужно быстренько его, да, использовать. То есть, как, например, кто-то любит хранить или на запас. То есть, вот такая ситуация. У меня была только за этот год один случай. Помада мне пришла. Я заказала 3 помады, ну, на заказ. И одна помада вот тоже пришла. Всего полгода была срок годности, как бы заканчивался тоже. Но она шла со скидкой, и она там, ну, недорого совсем стоила. Не так печально, да, я им написала, но как бы никто менять не будет, вот. А здесь как бы средство было достаточно, мне кажется, дорогое, мне кажется, крем какой-то для лица или декольте. Ну вот, как бы, к сожалению, вот было 2 таких случая, да, но в основном все приходит с хорошими сроками годности, то есть, в
принципе, очень довольны. Итак, всем хорошего настроения и всем пока-пока!